преддверии 8 марта маленьким женщинам Красноперекопского района Ярославля, которые не могут ходить, подарили средства передвижения. Коляски для них – это выход за пределы квартиры, а значит, возможность общения. Смотрите, как она мобильная. Да, она легкая вообще. Сегодня досрочно праздник 8 марта пришел в семью Тихановых. Главному члену семьи, 10-летней Варваре, подарили коляску. Девочка не ходит с детства, у нее ДЦП. Подарок тут же оценила по достоинству. Удобная и мягкая. У меня старая коляска, ей, наверное, лет уже 5. Даже больше, наверное. По кочкам на ней не поездишь. Колясками для маломобильных детей помог фонд «Мира». На полученные в ходе конкурса деньги было закуплено 52 коляски. Каждый район Ярославля получил по 3 штуки. Модель австрийского производства, весит 16 килограммов, легко складывается. Гарантия 5 лет. Такая потребность высока, но потребность именно в таких колясках, потому что фонд социального страхования, конечно, обеспечивает всех инвалидов, опорников, у кого в картах ИПР прописано наличие, обязательное наличие таких колясок. Но поскольку эти коляски советского, российского, так скажем, производства, и они очень тяжелые, неудобные, немобильные, то, конечно, вот эти австрийские коляски на фоне наших выигрывают очень здорово. Людей с ограниченными возможностями в Ярославле насчитывается 67 тысяч. Из них тех, кто не может самостоятельно передвигаться, 1500. Они с удовольствием бы приняли подобные ценные подарки. Возможно, их мечта осуществится в недалеком будущем. В городе планируется открыть производство именно таких австрийских колясок. А Варина мечта уже сбылась. Правда, осталась еще одна – ноутбук. Но девочка сама движется к ее осуществлению. Я на него коплю. Я прошу у папы с мамой. По чуть-чуть, да уже коплю.